И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас хоррор, называется Адский Курорт. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Ну что, будешь переводить, как всегда, или нет? Да, добро пожаловать на Адский Курорт HD. Так, ага. Бонусы, короче, все, перевели, пошли. Я просто умею перевел. Официально все. Прям четко все, фильм начинается. Ого, короче, смотри, как красиво. В описании к этой карте люди писали, что очень страшная карта, да, Димон? Да, писали, что люди много обсирались там, трусы меняли. Пошли проверять, правда это или нет. Челлендж, оставь трусы чистыми, пошли. Мне что-то напоминает вот это место. Карта переделанная. Ого, слышится, все слышится. Куда идти, что-то не въезжаю. Мышка крутая, Димон, смотри, какая беспроводная. Компьютер конченый говно и мышка беспроводная. Так глупо смотрится вообще. Димон, смотри, и под этим под столом трусы вроде валяются чьи-то. Да-да-да. Это тот человек, который комментарий под картой оставил. О, люстра, это какой-то дом заброшенный. На, Димас, они похожи карты, но не... Я не помню эту карту, честно скажу. О! Помню. Ого, дверь какой-то скрипит. Предыдущий хоррор, Димас, сделан на базе на этой. Только здесь красивенько все стало очень. Классно, вообще, как будто другая игра. True Passion лежит. Ого. Жестко нет, пробило. Тут... Двоечка. Ого. О, кто-то трусы сушит. Не напоминает тебе ничего. Коммуналка какая-то. Да-да-да, общежитие. Напоминает квартиру моего друга. Ого. Что это было? Не знаю, мне показалось, что сзади кто-то есть даже. Что за шипение среди бела дня? Столько багажей, это жесть. О, ты что-то нашел, один из пяти. Медальончиков. Топор. Может, нам трупы надо обыскивать? Ну, ты обыщи его. Да, тут стрёмно, конечно, я обсрался. Буду тут все клацать, может, в вещах что-то есть еще? Я видел, там кто-то мелькнуло что-то, но может, у меня глюки? Может быть. Хотя навряд ли. Этот разработчик любит так пугать. Глюками? Ой. Да, да, да. Там опять какие-то звуки. Куча шмоток разбросана. Так. Во-во-во. Сатаническая какашка. О, это помню было. Вот это я обосрался. Чуть не насадили тебя, Димон. Слышишь звуки какие-то тут? Да, я слышу, слышу их. За колхозная будка. Все вообще такое старое, разломанное, задрищенное. Задрищенс какой-то. Есть скримеры вот жесткие. Хочу скримить. Отсюда, да, выбежу. Не, да. Нифигашеньки. Вот, нам сюда. Одеты. Так, какие-то. Во-во-во, тут что-то белье и медальончик. Еще нашел, красава. Так, давай. Ого, здесь. А что это за овцы тут лежат? А, это коровы. Нифига себе здесь животных натаскали. Где ты коров видишь? А у тебя нема здесь под ногами коров? Нету никого. Нифига себе, я даже упираясь не могу пройти, вот на них запрыгиваю. Я просто вижу какие-то следы крови и все, больше никого. Прикольно сделано. На записи увидишь, Димон, тут коровы копытами вверх валяются, много штук. У там гора и здесь гора, жесть. Да не, я бы не хотел посмотреть. Да, а придется. Ладно, давай возвращайся, давай обратно телепортируйся, как ты там делал. Да, это все могут. Ага, пойдем. Да тубики мы уже смотрели только что. А может что-то появилось, когда там что-то срабатывает? Я знаю, так бывает в играх. Пойдем. Возвращаться будем. Так, я думаю, нам в главный вход. Ого. Это столовка, наверное, да? Я сквозь тебя прохожу, видишь, как тут сделали? Трава какая-то. Вот ты бросаешься. Да, да, да. Даю тебе поесть. Я думал, тут это, духи какие-то, духи. Подозрительно очень тихо, и нет ни одного скримера жесткого. Мне даже как... О, говно! А, где? А вот на полу пятна появились резко. А-а-а. Я такое видел, кстати. Я тоже. Вот сейчас вот. Но не сегодня. Череп нашел, отлично. Да, найс. Только это не 2 из 5. Самое главное, чтобы нас тут не заморозили. Пойдем отсюда. Идем, идем.
Так, вот мы вот здесь не были. Ого! Здесь еще куча дверей, Димас, и лестница наверх. Это наш симулятор дверей, что ли? О, да. Борец. Заходим, заходим. Да, это сейчас оценим его. Давайте так. Скример, хочу испугаться. Ой, ты что включил, Димас? Радио. Радио, да. Радио, да. Шансон включил. Что-то я здесь пройти не могу. Что здесь за невидимые стены, Димас? А где ты? Почему я здесь пройти не могу? А, так тут барная стойка. Я даже не... Почему ты не видишь половину предметов? Так, давай тут обыскивать. Все жмякаем. О, 3 из 5. Давай сюда. Может здесь будет скример? Хоть один. Сильный, мощный. Не, ни одного скримера. Нарыгана. Ну что за люди? Отпоем из бара, тут никого. Ого. У меня ж мурашки по телу от этого радио, ну нафиг. Так, ну мы тут нашли то, что надо. О, смотри. Что-то загадочное творилось. Тихо, тихо. О, больно же, вы чего? Офигеть, сколько ты штыков. Испугали меня, если честно, немножко даже ноги поджал. Хотя это игра всего лишь. Испугался. Так, мы не были еще здесь. Че были? Уго, дырка. Были, были, были. Давай туда. Мы еще вот тут дверьку. Ой, на лестнице не были. Идем наверх. Так. О! Ого, че это тут? Кишка. Насрата. Басрата, все. Что вообще произошло? Что здесь за мясо? Нормальный. Знаешь, курорт. Разработчик что-то пока еще не пугает нас, это очень странно. Да, обычно у него скримеры жесткие. Обычно у него, да, уже скримеры начали. Он, знаешь, нагнетает обстановочку. Угу. Чтобы это было все неожиданно. Он хочет, чтобы неожиданно нас напугать. Мы... На, вот как сейчас? Я не видал. Ну, не сильно напугал, не сильно. Ну да, так я стул поднял свой. Огонь чуть ли не поднял. Все, давай. Скримера поймали, миссия выполнена. Поднимаемся выше. А, выше нету. Ого, там чувак стоял, дрожал и улетел куда-то. Иди, тихо, тихо, мужичок. Опа, началось, Димас, уже все, уже пошло. Начинается, дело. Да, потихоньку внедрение идет. О, 4 из 5. Внедрение призрака. Нам еще одну осталось найти, кабаку, и все. Потом она в одной из этих дверей. Мне все кажется, что в гардеробной есть... Ах ты, малашки! А со стороны класса смотри, когда кто-то пугается. Давай, Димас, сюда. Телефон позвонить, не? Куда ты пошел-то? Иди сюда, вот я. Иду, иду, тут иду. Тут еще комнату не осмотрели. Кое-какую. Так, мужики, давайте, выходите! Дураки, пробегите! А что тут было-то? А чувак черный пробежал прямо на меня, блин. Иди, иди. Я тут постою, иди. Я же боюсь. О, медальон 4 из 5. У нас теперь черепок 4 из 5 и медальон 4 из 5. Что-то еще надо поискать, давай жмякаемся. По одной штучке, Димас, найти и все. Угу. Ой, там кукла впереди, видишь? О, идем. Опа, чувак пробежал. Да что вы тут делаете? Ой, Дурателла! Фу, хорошо, хоть не сильно страшный, просто резко появляется. Фух. Блин, я потом плохо сплю из-за таких игр. Из-за таких карт, блин. Вот тут на стену обосрали. Ого, жестко здесь, очень жестко. Почему говно на стенах? Как они так сделали? Так, пойдем. Мы еще там, кстати, кое-какие двери не облутали. Пойдем. Так, 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 тут, так, тут точно все. Так, как там спуститься, кстати? О, давай перепрыгнем перила просто здесь и все. Где ты? А можно? Конечно, вот я на перили стою, жду тебя. Прощай. О, и жизни не потратились. Пойдем. Гениально. Мы еще вот здесь вот не смотрели. Бежим, бежим. А тут светло, мне нравится. А я с ночным режимом играю, потому что сильно темная карта. О, тут кишки забитые какие-то. Прикольно. Так, кстати, лучше намного. Да, я уже так сразу включил, потому что... Мне кажется, это какая-то лава. 5 из 5. О, отлично. Пойдет, пойдет, Димас, молодец. Что-то еще надо найти. Давай здесь. Давай вот сюда, в 6-ю комнату. Я тут кстати, 6-я комната во всех фильмах и ужасах самая стрёмная. Я готовлю, сейчас кто-то появится. Смотрите, ребята, кто-то появится, кто-то появится. Будет радио Галима играть сюда.
Это там что-то говорят? Угу. Мне кажется, кто-то кричит. Фу, какое-то радио мерзкое, фу, противное. Ничего, короче, в шестерке ничего. Иду в пятерку. Не, ну, от, все равно. От... Че у нас тут? У кого меня... О, пробежал, видел челик? Видел, видел. Да его. Это тот же самый бегает по... Соли ищешь, что ли? Иди сюда, я тебе сейчас дам соли. Пахлава. Мы тут были, что ли? Че комнат куча? Газонокосилка с трупами, это жесть. О, да 5 из 5, последний. Ребята, все, мы нашли все. Мы нашли... О! You feel evil... Посрались, че что-то было. Это типа мы, Димас, в домике каком-то на курорте, что ли? Угу! Жесть! Это было жестко. Значит, нам сюда нельзя, я так понимаю. Вылезает перед экраном вообще. Такая штука. Нет, значит, нам туда нельзя. Так, получается, мы уже отдохнули, давай уезжать отсюда. Ну, не знаю. Отдохнули, это отдых, ты хочешь сказать? Какая-то жопа. Куколка, не? Так, все, мы вроде тут все осмотрели, давай выбираться из этого мерзкого места. Может, там двери вначале откроются? Да, пойдем. Не, эти не открываются, надо сюда, наверное. Во, открылось, там портал какой-то. Во. Так, Диман, давай тут внимательно смотрим, потому что сейчас что-то опять... А, мы тут были уже, искали все. Это же начало. Ну, да. Вон, смотри. Иди, я постою тут. О, перемещаешься, давай, заходи. Воу. Одеты? Одеты. Я один, я тебя не вижу. Я по туннелю бегу прямо. Ах, драла! Ух, ребята, да что ж это такое? Димон, тут дырка в полу. Прыгаем? Прыгаем. Вот это была стрёмная рожа. Это та рожа, которая напугала меня. Да, так нас разделили. И тебя напугали, и меня. Ай, дурак! А кто это был? А там паук какой-то с черными, с красными глазами был. Паук. Блин, я боюсь эту карту уже. Пойдем, там паучище здоровенный. Вон он обходит там. Вон он, вон он. Беги, Димон. Беги! Сюда. Бегу, паука. Димон. Бенни хоп. Давай, Димончик. Давай. А, вон он. Не туда. Ай, блин. Димас, я от него убегаю. Иду. Фух, тут стрёмно одному вообще. Ах, паук опять, да блин, я его боюсь. Я вижу, паук пробежал. Я за ним бегу. А, со мной паук. Спасибо. Я вижу, Димон. А, вот что такой быстрый. Димон, я сзади тебя бегу. Паук, отстань. Фу, Димас, он пробежал мимо. Вот за я, мной. Димон, вот я. Он сейчас будет опять сюда бежать. Не, быстрее, пролетай эту дверь вонючинскую. Димон, пролетел. Ну нафиг, я боюсь его. Быстрее, сваливаем отсюда. А чем вы в тот раз играли, а нас не убивал? Ой, Димас, а что это за зелень тут? Мы прошли! Да или нет? Музыка топовая играет. Прошу. Побежали. А, нет? И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.